Вообще, у меня частенько возникает подозрение, что все устроено гораздо проще, чем я думаю, вообще, чем я мыслю. Особенно, слушайте, вот то, что я читаю у классиков, да, у Достоевского, у кого угодно. Все было проще, человек рождался, человек там поступал на службу, ну, естественно, куда, в армию. Ну и, как говорится, там женился, выходил замуж, и все, все понятно. А у меня что? У меня какие-то путешествия во времени, какие-то, я не знаю, познания каких-то вещей, которые вообще являются ли вещами. Вообще странно. Ну, еще есть одна версия, что все вокруг делают вид, что они такие простые, а на самом деле заняты тем же самым. Есть и такая вероятность. Да. Вообще экран, особенно экран смартфона, конечно, вещь довольно-таки тоже чудесная. Но это, между прочим, уже утро. Между прочим, уже нормальные люди давным-давно из дома вышли и едут в метро. Ну, то, что это нормальные люди, это еще большой вопрос. Но, тем не менее, они вышли. Теоретическая наука, вот чем я занимаюсь. Она может очень многое, но вообще по факту она является неким абсолютным бездействием. Что же касается самой науки, то, ребята, у меня к ней большие вопросы уже сейчас. Начиная с вещей самых элементарных. Начиная с чисел, начиная с нуля. Мне не дается ответа ни на один вопрос, который у меня возникает. Доброе утро, короче. Мысли ясны, как сказано в пятом элементе. И не смотри телевизор, а то свихнешься. Все сказано в пятом элементе. Это же гениальный фильм, друзья мои.